אנוכי אדוני אלוהיך, אשר נחתך מארץ מצרים, מבית עבדים, לא לך אלוהים אחרים על אופניים, לא תעשה לך הבסל בכל. Дорогие друзья, я Ариэль Ревах, и сегодня мы с вами будем говорить и размышлять на тему праздника Шавот. Что же такое праздник Шавот? Какое его значение? Какое он сегодня значение имеет для нас новозаветных верующих? Во Второзаконии, 16 главе, 10 стих Всевышний говорит, Три раза в году пусть предстанет каждый мужчина у тебя пред Богом, всесильным твоим, на месте, которое он изберет, в праздник опресников и в праздник шавот, и в праздник сукот, и пусть не предстают пред Богом с пустыми руками. Итак, Всевышний завещает народу Израилева три главных основных праздника. Не еврейских праздников, а божьих праздников. Первый – это Песах, и праздника пресноков. Второй праздник – это Шавуот, о, ком, о котором мы сегодня будем с вами говорить, и праздник Суккот, третий осенний праздник. И Всевышний здесь завещал народу Израиля представлять, представлять пред Господом в том месте, которое он изберет. И мы знаем, что эти три праздника были праздниками, когда весь народ Израиля, мужчины написано, они должны были приходить для поклонения в Иерусалим из года в год на каждый, каждый этот праздник. С чем же еще связано, связан праздник Шавот? Праздник Шавот связан с дарованием Торы. Считается, что именно в этот день, в День Шавота, Всевышний дал народу Израиля Тору и также этот праздник связан с жатвой. И об этом сегодня мы будем с вами говорить, о Торе и о жатве. И сегодня известно, что Тора, она дана народу Израилева в третий месяц, шестой день, месяц Сиван. Сегодня, когда уже у нас есть календарь, мы можем точно определить, что это примерно выпадает на в тот же день, когда а, празднуется праздник Шавуот. Что же произошло в этот день? Давайте будем читать из книги Шмот или книги Исход, 19 главы. Мошев зашел к Богу и возвал к нему Господь с горы, говоря: Так скажи Дому Иаковлеву и возвести сынам Израилю. Вы видели, что я сделал египтянам и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях. И принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет мой, то будете Моим уделом и всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». В исход 19:20 мы читаем: И сошел Господь на Синай! На гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моше на вершину горы и взошел Моисей. Мы здесь видим о том, что Бог призывает Моше взойти на гору. В тот день, когда дана была Тора, да, 10 заповедей. Первые они даны были Моисею и народу, написано, что Бог позвал Моисея к себе на гору зайти. Но в 20 стихе написано, и сошел Господь на гору Синай. Смотрите, мы здесь видим соединение. Соединение Всевышнего с Его народом и представителем Его Моше. Написано, Бог позвал Моисея взойти на гору, но затем и сам спустился для того, чтобы встретиться и лично вручить Моисею Торы. Если мы говорим о празднике Шавуот и говорит о том, что в этот день дана была Тора, то мы можем сказать о том, что праздник Шавуот, он связан с соединением, соединением Всевышнего с Его Божьим народом. И я хочу об этом сегодня говорить и развить эту мысль и показать, вот это соединение в Торе и в Новом Завете. Итак, мы говорим, что в этот день, в День Шавота Всевышний дал народу Израилю Тору. И здесь надо задать вопрос, зачем Всевышний дал народу Тору? И какое значение имеет сама Тора? Мы можем говорить и знать, говорить о том, что это закон. Что Всевышний дал а, вот, правила и постановления, чтобы народ исполнял, приближался к Богу. Но очень важно а, понять, как это звучит на иврите. Что такое Тора на иврите? Очень часто, я уже сказал, люди говорят, что Тора это закон или Ветхий Завет. Но на самом деле Тора переводится как учение, учение. Но перед тем, как мы пойдем дальше, мы должны поговорить о слове грех. Что такое грех? Грех – это пройти мимо. Как и на иврите, так и в греческом языке. Это слово значение, которое говорит о том, что проходить мимо. Мимо же с чего проходит человек, когда грешит? Он проходит мимо цели мимо божественной цели, я так это вижу, грех – это пройти мимо божественной цели, это не только разделение со Всевышним. Да, грех отделяет Всевышнего от человека, от человека, от Всевышнего. Грех делает нечистым человек. Грех не дает человеку быть в присутствии Божьем. И, конечно, мы знаем, что есть наказание за грех. Это вечная смерть. Так, когда мы говорим, что грех – это пройти мимо цели, так что же, в чем же цель, да? в чем же цель и назначение человека? И как я сказал, что Тора – это учение. И вы знаете, в иврите слова, они формируются вокруг одного корня. И вот есть слово «тора» – это учение. Есть слово «оре» «Оре» – это значит «родитель». Это слово этого же самого корня. Есть слово «море», которое значит «учитель». Это слово также этого же корня. Но есть еще одно слово, которое звучит как «йоре», или буквально переводится как «выстрелить точно цель». Как вот стрелу натягивают, тетиву выпускают, и стрела попадает точно в цель – вот это слово имеет это значение. Юре. Выстрелить точно в цель. И если мы соединим все эти а, слова в одно значение, то буквально мы можем увидеть самый главный смысл, что Всевышний дал Тору, что Всевышний то есть дал учение, Всевышний дал родителей, Всевышний дал учителей. Для чего? Для того, чтобы учение, родители и учителя помогли с помощью Торы или учения попасть точно в цель в нашей жизни, божественная цель. Итак, Тора, Слово Божье, оно дано для того, чтобы человек попал в божественную цель для своей жизни. В чем же цель для человека? Давайте поразмышляем. Невозможно попасть в цель, не зная своего предназначения. Невозможно достигнуть цели божественно, если ты не знаешь для чего. Для чего тебя Всевышний создан, для чего, что Он приготовил для тебя, да? какое твое предназначение. Давайте дальше будем размышлять. Невозможно узнать предназначение, не зная, кто ты. Если ты не знаешь, кто ты, для чего, кем тебя создал Всевышний, тогда ты не будешь знать своего предназначения. Тогда следующий вопрос, да? Невозможно узнать, кто ты, не соединившись со Всевышним. Невозможно узнать, кто я, если я не соединюсь с тем, кто создал меня. И вот чуть выше в книге Исход Всевышний, он говорит народу, когда призвал его, он говорит, но вы будете мне уделом и всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот какое предназначение человека. Сам Всевышний открывает народу Израиля его предназначение. Быть священниками, быть царством священником, народом святым. И он говорит, моя вся земля. О чем это говорит? Это говорит о том, что для меня это говорит о том, что... Небеса должны были отразиться на земле в том месте, который избрал для себя Всевышний через тот народ, который он избрал быть этим царственным священством, быть священниками на этой земле. Вот какой смысл? Смысл отражения, чтобы небеса, царство небесное отразилось на земле. Вот для этого ему нужна была земля, которую он избрал, земля Израиля и народ, через которое это царство, оно будет проявляться. Написано, э, в Салмах написано, что небеса, небеса Богу, а землю он дал сынам человеческим. И вот мы видим, что в Шавуоте происходит соединение – Всевышнего с Человеком. В Шавоте происходит соединение Царства Небесного и Царства Земного. И что мы видим в праздниках? Что мы уме, можем увидеть, э, 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 этот смысл в праздниках? Песах – первый праздник. Мы знаем, это праздник искупления. Праздник, когда Бог, Он избрал, это э, израильский народ, и Он вывел написанное из чего? Из Дома рабство. Народ, который был рабами 400 лет, жил в ограничениях, привык жить как рабы, вдруг Всевышний дает свободу. И затем какая его цель? Это принести небеса на землю. Но без соединения это невозможно. И вот в Шавуоте происходит соединение. И Сукот, я называю, это будет праздник единения. Да? Потому что Всевышний, это, это пророческий праздник, который говорит о наступлении тысячелетнего царства. Когда Мессия сойдет на эту землю, и это царство уже оно воплотится. Это я называю единением. Но Шавуот – это соединение. Когда Всевышний через Тору, через учение, Он соединяется со своим народом. Какое же назначение тогда Торы? Назначение Торы помочь народу с рабским мышлением узнать свою истинную, настоящую идентичность, быть царственным священством. Это не могло произойти сразу за один день. И вот в иудаизме есть такое а, понятие, что именно на третий третий месяц Всевышний дал народу своему а, учение или тору, что эти три месяца и должны во время этих трех месяцев должна была начаться трансформация их мышление, изменение мышления из рабского в царское мышление. И в этом и есть назначение учения или торы, заповеди для того, чтобы помочь народу стать не просто уже народом, не просто группой людей, но стать представителями Всевышнего здесь, на Земле. И, конечно же, это процесс, и это не должно было случиться за один день или за один месяц. И мы видим, что заповеди, они, постановления заповеди, они даны не для того, чтобы только вот угодить Богу. Мы знаем, что Богу невозможно было угодить. Мы знаем, что Всевышний избрал Израиль не потому, что Израиль был такой хороший. На <как> второзаконии написано, Всевышний говорит, потому что вы самые малые на земле. Но написано, потому что Всевышний полюбил этот народ. А, безусловно, абсолютно, он избрал и полюбил и спас этот народ. Они уже в его глазах были народом, этим царством. Но самому народу предстояло стать, войти в свою идентичность. Вошел ли народ в свою идентичность? Понял ли Израиль свое истинное предназначение? Стали ли они истинными представителями небес? Мы можем сказать, что отчасти, отчасти да. Но если бы они вошли в полноте, в свое предназначение, тогда Всевышнему не нужно было бы назначать Новый Завет. Иеремия 31.31. 31. Мы читаем. «Вот наступают дни, когда Господь говорит, когда Я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет, не такой завет, какой Я заключил с Отцами», их в пустыне в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. И хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь, но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, и они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга брать брата и говорить познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большего. Будут говорить, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие и грехов, их уже не вспомину более. Итак, что говорит здесь Всевышний народу? Он говорит, тот завет вы нарушили. Это говорит о том, что э, на все попытки Всевышнего привести народу в его священническое призвание, это не удалось. Внешнее учение, внешняя Тора не смогла изменить их мышление. Тора не смогла изменить их внутренность. Тора не помогла им стать народом священников. Мы знаем здесь в пророках очень много написано, когда Всевышний, он упрекает народ за то, что они все время поклоняются другим богам. Они, как он говорит, прелюбодействуют, они отступают от Господа, нарушают постоянно его заповеди. Они все время пытаются быть как другие народы. В Иезекииле написано: "Вы говорите, будем служить как другие народы, дереву и камни". То есть на сегодняшний день я вижу, это самая большая проблема народа Израиля это попытка ассимиляции, попытка все время раствориться, попытка быть как другие и народ, как другие народы и это и есть основной грех, что народ уходит от своего призвания и предназначения, народ теряет свою идентичность, народ не знает, кто он, и небеса тогда не проявляются на земле. И что делает Всевышний? Он говорит здесь, что тот завет они и нарушили, то тора, то, то учение не смогла изменить их мышление и их внутренность, и идентичность. И тогда он говорит, я изменю все. Я сделаю так, что заключу новый закон, да? новый завет. Заключу новое. Что такое завет? Завет, брит на иврите. Завет и брит – это соединение. Это соединение человека Всевышним. И вот Всевышний говорит, я заключу Новый Завет, я заключу новое соединение, в котором а, я дам такое учение, да, такую Тору он говорит, что она не будет извне. Это не сработало. Но я вложу это в сердце, и именно уже изнутри, из сердца, внутренний закон, внутренний закон, внутренняя Тора, она изменит народ, она изменит человека изнутри. Он говорит, вложу закон мой во внутренность и на сердце их напишу. Изменение идентичности внутри. И тогда Господь говорит, не будут учить, но все будут знать меня. Это говорит о том, что Бог лично соединится с каждым человеком. Каждый, кто примет его, каждый, кто уверует в него, он лично соединит. Он говорит, не нужны будут учители, не надо будет кого-то учить уже. Это не говорит, что нам не нужны учителя сегодня. Нам нужны учителя. Но учителя, которые будут учить других самим лично строить отношения Всевышним, лично от Него принимать слово, которое изменит их изнутри и поможет им изменить идентичность внутри. Об этом говорит Новый Завет. В 1 Коринфянам 3.16 написано «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». Вот это цель Всевышнего, чтобы Дух Божий был внутри человека. В 1 Коринфянам 6.17 написано а соединяющийся, смотрите снова, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Какая цель Всевышнего? Соединение человека с Ним лично, через Дух Святой. В Галатам 2.20 Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Мессия. Апостол Павел пережил это откровение, что откровение в том, что принимая Всевышнего, принимая Дух Святой, мы становимся Его храмом. И написано, Мессия начинает жить в нас. Небесная идентичность начинает проявляться, возрастать внутри каждого человека. И тогда что происходит? Всевышнее его царство начинает проявляться или отражаться в жизни каждого человека. Вот почему Ишуа сказал, что царство Божие, оно внутри нас есть. Апостол Павел говорит, что царство Божие это не пища, не питье, это не материальное благо, но он говорит, что это мир, праведность. И радость. Это внутреннее состояние мира, радости и праведности, когда ты живешь в правильном положении перед Всевышним, когда ты соединен с Ним. Радость – это, это чувство, небесное, да, небесные эмоции, которые проявляются в твоей жизни. И мир – это состояние ума, когда ты перестаешь беспокоиться, когда ты перестаешь э, волноваться, когда ты знаешь, кто ты, ты знаешь свою идентичность, ты знаешь, что ты имеешь, и ты знаешь, что все это есть в Царстве Небесном, в Царстве Божьем. И это связано с Шавотом. Деяние 1.8 мы читаем написано, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями. Как в этот день Всевышний дал Тору народу Израиля, чтобы эта Тора а, изменяла их мышление, помогла им быть этим царственным священством, точно так же в этот день Дух Святой излился на учеников. И Дух Святой излился в их сердца внутренности. Они не только внешне были погружены в Дух Святой они внутри приняли Дух Святой. Дух Святой, как Ишуа сказал, стал источником текущей в жизнь, вечную. И мы увидели, это было видно, когда мы читаем, что написано, они заговорили новыми языками. Они заговорили новым языком, небесным языком. Это было видно проявление, что Дух Святой поселился внутри. Там начал существовать источник, написано «соединяющийся Господом». Есть один дух с Господом. Итак, мы видим, что Дух Святой в этот день, в день Пятидесятницы, соединил нас с Отцом и с Мессией. Через Мессию Иешуа мы соединились с Отцом. Дальше написано, что Дух Святой, он является нашим основным учителем и наставником. Написано, Он будущее возвестит, Он научит и наставит нас. Это согласно Иеремии 31,31, 31, что никто уже не будет нас учить, но написано: каждый сам лично будет знать. Голос Божий, каждый сам лично будет учиться от Духа Святого. И дальше написано в Деянии, возвращаясь, он говорит, но вы примите силу. Иисус, вернее, что происходит? Дух Святой наделяет нас сверхъестественными способностями для того, чтобы Царство Небесное начало проявляться через нас на Земле. И в 1 Петра 2.9 эту мысль также повторяет Петр. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Апостол Петр, он утверждает эту мысль, которую Всевышний сказал в книге Шмот но вы род избранный. Но теперь это обращается ко всем верующим, как и евреям, так и неевреям. Каждый, кто через принятие Мессии Шуа, через наполнение Духом Святым соединяется с Царством, становится царственным священством. Написано «народ святой, люди взятые в удел». Написано «вот Всевышний, дает новую идентичность, которая начинает возрастать внутри нас. Не извне, но изнутри. Дух Святой начинает менять нас изнутри, вычис... вы... вытесняя всякую тьму, всякую нечистоту, старое греховное, рабское мышление. Дух Святой начинает обновлять нас внутри, для того, чтобы мы стали тем, кем. Всевышний нас призвал быть царственным священством. И это то, что связано как с этим словом на иврите «йоре» – выстрелить точно в цель, выстрелить в свое призвание и предназначение – быть царственным священством. Конечно, у каждого из нас есть свое призвание, есть предназначение в жизни, в церкви, оно может быть различным, но основное наше предназначение, как и народа Израилева, быть его представителями здесь на Земле, распространять знания о едином Боге, распространять знания о Его Миссии, распространять знания о новой жизни. И не просто только как делиться этой благой вестью, но чтобы и эта благая весть проявлялась. В силе, как Павел говорит, что проповедь моя была не только в убедительных, в убедительных словах, но явление духа и силы. Вот это наше сверхъестественное призвание проявлять дух и силу на этой земле, распространять его царство. И это возможно только тогда, когда мы соединяемся. И вот что, что я подвожу итог вот этой части, Тора помогала соединиться с Всевышним, узнать, кто я и свое истинное предназначение, быть представителями небес на земле. Тора, Тора давала осознать свою небесную идентичность, стать из рабов представителями Царства Небесного. Сегодня, как я говорю, это делает Дух Святой. Он соединяет нас с Всевышним, меняет нас изнутри и ведет каждого верующего в истинное предназначение. Это первое – быть царственным священством и его представителями, делать, то есть распространять небеса на земле через благую весть и исцеление, чудотворение, изгнание бесов, и иметь. Иметь – это вечное наследие. Да? Это относится уже к тысячелетнему царству, которое будет здесь на земле. И также для нас это вечность, где мы проведем со Всевышним. Следующее, о чем я сказал, что это праздник жатвы. Да? Это э, называется праздник жатвы, Хакакацир или Йома Бекурим, то есть праздника первых плодов, потому что именно в Шавот Всевышний сказал, чтобы э, в этот день приносились э, э, плоды, но из уже нового урожая. Если на песах были первые плоды с зимнего урожая, то в этот шавуот, в этот праздник приношение было связано с новым, с новым урожаем. И вот в исходе написано 34.22, написано, и праздник шавуот соблюдая, праздник Бекурим или первых плодом, когда начнешь сжатву пшеницы. В книге Левит написано 23.15 «Отсчитай себе от первого дня праздника, от того дня, в который приносится стоп, сно потрясения, семь полных недель до первого дня, после седьмой недели. Отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей Ефы, пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. И мы здесь видим такое пророческое значение, что из муки должны были испечены, испечены быть два хлеба. И написано, что из, и написано из кислой муки. Да? Если на Песах а, праздника пресников, праздник Мацот, то Хлеб бескислый, что означало а, чистоту, да, безгрешность. То есть здесь мы видим, что приносятся два хлеба, которые уже испечены а, ну, по-русски мы говорим это из, из дрожжей, да, или кислый хлеб. И эти хлеба, которые означают две группы людей язычников, евреев в первую очередь и язычников. И Самое интересное, что именно на Шавуот читают книгу э, Руф или книгу Руд. Это также пророческая книга, в которой мы читаем, как мавитянка, язычница Руд вошла, в, можно сказать, в семью и стала частью народа Израиля. Я не буду перечитывать всю книгу, вы можете сами ее перечитать. Но мы читаем историю, как Нойминь, израильтянка, убежала со своей семьей из Израиля, когда был голод. И там написано что вся ее семья, муж и ее сыновья, они умерли. И осталось две невестки. И Нойминь решила вернуться в Израиль. И тогда одна невестка решила остаться а другая избрала пойти с Ноиминь к, к ее народу. И вот в книге руф 1 глава, 16, стих, 17, написано, Руф говорит: И сказала Руф: Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Куда ты пойдешь, туда и я буду пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить. И вот ключевые слова: Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду». И так далее. И здесь мы видим, как язычница, мавитянка Руд, она говорит, что «я принимаю решение» соединиться с твоим народом, соединиться с народом Израиля. И она говорит, твой Бог, он станет моим Богом. И дальше мы читаем, они возвращаются в народ, в землю Израилева. И мы читаем, что это как раз происходит во время жатвы, когда Ваос или Боас, он собирал жатву на своем поле. Конечно, там не написано, в какое, какое время года было, 100%, но это была жатва. И написано, что когда собирали жатву, часть урожая, она оставалась на краю поля для бедных. И вот эта женщина находилась, собирала этот урожай для себя и для своей свекрови. И там произошла эта встреча, произошла эта встреча язычницы с человеком из народа Божия, Буазом. И мы знаем, как закончилась история, они поженились и дальше эта история говорит о том, что Рут а, стала прабабушкой царя Давида. Это пророческая книга, которая говорит о, о, о соединении язычников с народом Израиля. Как язычница она вошла в родословную царя Давида и также она вошла в родословную Мессии Ишуа. И поэтому это говорит о единстве, что Шавуот это праздник или жатва единства, да? Как написано, что из, из жилищ ваших принесите два хлеба в возношение. Что же происходит? Э, мы читаем в книге Деяния во второй главе. И до этого очень важно. Э, заметить, что а, такую мысль еще скажу, что до момента, до шавота, до вот когда, того праздника, когда мы читаем уже в Новом Завете, мы знаем, что евреи, они были рассеяны по всему миру. А, во многих местах они стали строить молитвенные дома или синагоги, в которые стали приходить язычники и обращаться к Богу Израилю. Написано, что это были боящиеся Господа, это были написаны, как мы называем еще, празелиты, люди, обращенные в иудаизм, которые, как, как э, Руф, она сказала, твой народ станет моим народом, и твой Бог станет моим Богом. И вот написано в Деянии 2.38 э, э, написано что в Иерусалиме, вторая глава, пятый стих сначала, в Иерусалиме же находились иудеи, и люди набожные со всякого народа под небесами. В этот а, праздник, когда Господь сказал приходить для поклонения в этот день, чтобы праздновать Шавуот, написано, иудеи со всего... А, написано, всякого народа под небесами, со всякого места, где были рассеяны. И люди, которые язычники, которые обратились к Богу Израиля, они пришли сюда на поклонение. Две разных группы людей встретились в Иерусалиме. И вот мы читаем вторая глава. Первый, простите. Вторая глава, перв, вернее, вторая глава, первый стих написано. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Мы видим, как сначала соединились основные все ученики. 120, потому что было, мы знаем, еще 500 потом. 120 учеников вместе единодушно встретились, чтобы молиться и ожидать ожидать. Как Муше вошел на гору и ожидал там Тору, точно так же ученики в Иерусалиме собрались в том, чтобы ожидать Дух Святой. И они молились, они жаждали, они еще не знали, что это такое, как это произойдет. Но вместе они соединились, чтобы молиться. И также мы читаем, что народ Израиля вместе соединился, и язычники, да, паразилиты, соединились здесь, в Иерусалиме, чтобы праздновать этот праздник. И вот написано, что выше написано, что при, при наступлении дня Пятидесятницы, когда молились ученики, написано, с неба сошел Дух Святой в виде огненных языков и почил на, сначала на учениках. Они заговорили на иных языках, написано. И все люди с разных мест, они вдруг услышали свое наречие, свой язык. Возможно, ученики не понимали, что они говорят, но каждый из тех народов, которые пришли, они услышали свое наречие. И вот Вторая глава, 38 стих, 39, когда уже все народы, все, которые были там в Иерусалиме, они стали задавать вопрос, что же произошло, что же произошло, что за шум мы услышали, что это за огонь, который вот сошел с небес. Петр говорит, объясняя им, да, что это исполнение обетования. Это то, что Бог сказал через пророка Ииля, что... Будут, Дух Святой сойдет, будут крещены Духом Святым люди. И он сказал им такую фразу: Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Ишуа Мессии, для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование это и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь. Что сказал Петр? Он сказал, что каждый, кто покаятся, каждый, кто крестится в Мессию Ишуа, тот также получит дар, тот также написано получит дар Святого Духа, тот также станет источником Духа Святого, источником небес внутри себя. Тот также примет эту небесную идентичность и будет проявлять его здесь на земле, и мы видим, что как Тора или учение, оно объединило э, народ Израиля вокруг Торы. Мы знаем до сих пор Израиль называют народом Торы или у народом учения. Э, до сих пор у Израиля очень особенным считается занятие изучать Тору. Мы видим, что все начали говорить на одном языке. Дух Святой крестился, и все заговорили на одном ином языке. И Петр сказал, что это также принадлежит всем, кто примет. И мы видим это сейчас, что этот небесный язык. Сегодня миллионы людей говорят на одном языке. На иных языках мы это называем это соединение и иной язык помогает нам быть единым молитва на иных языках. Она помогает нам соединяться со Всевышним, помогает соединяться с небесами, принимать небесную реальность для того, чтобы проявлять ее здесь, на земле. Для того, чтобы небесная идентичность, царская идентичность, она могла в полноте проявляться через каждого верующего. Итак, мы говорим, что это праздник Шавуот, это праздник соединения, где Всевышний соединяется со своим народом через Тору, через Дух Святой. Шавуот – это проявление соединения небесного и земного. И это основная цель Всевышнего, чтобы его царство здесь оно проявилось через его народ и через а, каждого верующего. И это невозможно, наверное, понять через то, что а, необходимо понять предназначение народа Израиля, предназначение основная, основную цель народа Израиля. И также, написано в новом завете, Павел говорит, что, они будут одним народом, но говоря к язычникам, он говорит, что вы были чужды да, народа Израиля, что вы были чужды обетований, и что цель – это то, что э, язычники, они вошли, они соединились, они присоединились к этому, к этой идентичности. Конечно, в Ушу написано «Мы обретаем новую идентичность» небесную, царскую детичность через Мессию Ишуа. Но эту мысль Павел говорит еще раз в Ефесянам, 11 глава, 18 стих. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, без Мессии, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетований, не имели надежды и были безбожники в мире. Это было состояние других народов. Но теперь, Павел говорит, теперь в мессии Шуа вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью мессии. Ибо Он есть наш мир, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявший посреди преграду, упраздни вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух в самом себе создать одного нового человека, устраивая мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на Нем и придя благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через Него и те и другие имеют доступ к Отцу в одном Духе. И Павел говорит здесь еще раз, он говорит, что напоминает язычникам, что в те времена вы были далеки от общества, вы не знали э, заповеди, да? вы не, не были в завете. Но и также, что была преграда. Что это за преграда? Это была преграда, это закон или Тора, которая в принципе запрещала евреям соединяться с другими народами, но не запрещала другим народам приходить и соединяться с народом Израиля. И вот э, Израиль, можно сказать, не исполнил частично свое призвание, когда они закрылись, когда они сказали, что Тора, она принадлежит только нам, и что мы, только мы, вот избранный народ. Но здесь мы видим, что Всевышний, он, Его цель была соединить, написано в Мессии Ишуа, сделать один народ. Написано, Он соединил, написано. Два народа, евреев и язычников, написано. Для того, чтобы какая цель, смотрите. Цель, мы много говорим сегодня о цели. Написано, для того, чтобы через Него, через Мессию Ишуа, и те, и другие получили доступ к Отцу в одном духе. И вот, подводя итог, мы видим, что Дух Святой, когда излился в день Шавот, день Пятидесятницы, соединил две группы людей для того, чтобы они вместе пришли к Отцу, начали поклоняться Отцу в одном духе, быть одной, одним целым. И для того, чтобы через это единство, или мы можем сказать, Новый Завет называет это церковью, чтобы через церковь написано было явлено царство или благодать для других людей. И в этом и есть назначение Торы и Духа Святого. Единство для того, чтобы царство проявилось здесь, на земле. Для того, чтобы его народ, он жил и ходил в своей идентичности. И это назначение праздника Шавуот. Я благословляю вас, друзья. Я молюсь о том, чтобы вы через его Слово, через единство с Духом Святым, вы познали свою идентичность, чтобы вы стали тем, кем Всевышний вас призвал, чтобы вы стали царственным священством. И через вашу жизнь, через это осознание Царство Небесное в полноте проявилось во всей вашей жизни, в вашей семье, в вашем доме, в вашем призвании, в вашей церкви и вокруг вас. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר ניחקתך מארץ מצרים, מבית עבדים, לא נהיה לך אלוהים אחרים על אופניי, לא לך את בכל בעולם.